Всем привет! Это студия Hairfucker. Меня зовут Мария, я один из основателей этой студии. Сегодня мы поговорим о цветных волосах, о том, почему люди вообще красят цветные волосы, о том, почему мы красим цветные волосы и кому вообще это может подойти. Да, конечно, в нашей стране все еще это может казаться духом бунтарства, но на самом-то деле там где-то внутри у людей все совершенно не так. Люди просто от этого кайфуют. Цветные волосы — это не значит, не знаю, там желтый, зеленый, красный в чистом виде и вырви глаз. Цветные волосы — это на самом деле дизайн. Это грамотное сочетание цветов, подбор под индивидуальность человека и под то, насколько это уместно в его работе, например. И это очень важно. Вы были зимой в Санкт-Петербурге? Это же крыша вообще, труба полная. Здесь люди находятся в перманентной депрессии зимой. И для многих покрасить волосы в яркий цвет — это является, ну, неким таким лекарством от этой депрессии и действует лучше даже, чем какая-то психотерапия. Но на самом деле, благодаря нам, сейчас в Петербурге цветные волосы — это уже как раз-таки не удел маргиналов и тому подобных лиц. А у нас даже бизнесмены, деловые женщины, они ходят с цветными волосами. Цветные волосы, их можно прописывать в качестве лекарства от каких-то неприятных переживаний. Люди смотрят посреди зимы на себя в зеркало и радуются себе каждый день, каждое утро, смотря на эти волосы, смотря на какой-то яркий, жизнерадостный цвет у себя на голове, они кайфуют. Когда мы чувствуем себя уверенно, все, что на нас одето, все, как мы выглядим, любой цвет волос, он смотрится очень гармонично. Ну, сегодня любой уважающий производитель косметики считает своим долгом выпустить какую-то линейку прямых красителей. Не исключением стала и наша страна. То есть кто-то говорит, что до нас поздно доходят тренды, но ничего подобного. Санкт-Петербург — абсолютно европейский город, и в этом плане мы, наверное, даже опередили Москву по количеству ярких людей. И даже вот питерский завод Estelle выпустил краску, которая может красить волосы вот так вот в разные яркие цвета. То есть теперь даже не обязательно привозить ее из-за границы, даже у нас люди осознали актуальность этого тренда и популярность его. Выйдите на улицу и сами все увидите. Вообще это произошло, потому что парикмахеры наконец-то стали уделять больше внимания изучению цветовых сочетаний, изучению дизайна и тому, как это можно преподнести любому из клиентов, кто пожелает это. Яркие цвета, они дают больше возможностей. В мире есть сотни, тысячи оттенков, и волосы также можно покрасить сотнями оттенков. Плюс еще существуют разные варианты дизайна и цветовых сочетаний. Конечно же, мы не будем выглядеть одинаково, даже если всех вдруг на работу будут пускать с крашенными яркий цвет волосами. Стрижка – это не что иное, как дорогой и красивый аксессуар, о котором нужно думать заранее. И для того, чтобы его приобрести, нужно обращаться именно к профессионалу. Людям просто необходимо в этой жизни что-то яркое, некие переживания. Если эти переживания они получают от того, что смотрят на себя в зеркале, или от того, что кто-то на улице ахает при виде их, то почему бы и нет? Это один из сильнейших мотивов, почему люди сейчас красятся ярко, одеваются ярко. Цветное окрашивание волос – это вызов мне, как профессионалу.